Когда вывоз снега чреват штрафом, речь идет о снежных свалках, которые вырастают в непредназначенных для этих целей местах. Причем две из них образуются на одних и тех же участках вот уже несколько лет подряд. В Новом Городе снежные горы растут за 65-м комплексом, а в старой части недалеко от мясокомбината. Причина, по которой водители выбирают их, проста. За въезд на официальную площадку для складирования снега нужно платить. Делать это готовы не все, в связи с чем ежегодно с наступлением зимы экологи начинают охоту на так называемых черных перевозчиков. Сегодня прошел один из таких рейдов. За данное нарушение нарушители привлекаются к административной ответственности. Штраф в размере на физическое лицо это в размере от 3 до 5 тысяч рублей. На должностные лица это от 30 до 50. И, соответственно, на юридические лица это от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. Экологи проводят рейды как днем, так и по ночам. Именно в темное время суток обычно удается задержать нарушителей. Нередко помощь в их задержании оказывают челнинцы, оставляющие обращение в системе «Народный контроль». Но решить проблему полностью все-таки не удается. Число несанкционированных свалок напрямую зависит от объема осадков. Чем больше снега, тем больше фиксируется нарушений.